Всем привет! Привет! Вы думаете, вы попали в страну Лололупси? Ты катаешь Шопкинс? Да. Понятно. Молодец. Ребята, вы не в стране Лололупси, вы у Миланочки на канале. На канале Сестренка ТВ. Сегодня мы пополняем нашу коллекцию лололупсиков, маленьких и больших лололупсиков, вот такой классной куколкой, которая называется сладкоежка. Мы заводим макарочки. Сейчас мы возьмем ножнички, отрежем их. Ножнички. Не будем ножничками? Нет. А давай рассмотрим, какие еще подружки бывают. Тут на коробке на обратной стороне. Сейчас. На обратной стороне нарисованы все подружечки, которые могут быть. Вот. Но сегодня мы открываем вот такую вот сладкоежку. Она очень красивая. У нее такая большая голова, яркая прическа с бантиками. Такая прям как будто это, не знаю, какой-то тортик вкусненький. Красивые черные глазки-пуговки, милая улыбочка, щечки и очень красивая платьица. Ну что, открывай. Сможешь перерезать сама? Ага. Ага. Ты уже супермастер по перерезанию. Ой, чипич. Да что ж такое? Опа! Вот наша малышка. Теперь в наших руках. Да. Да, мы ее теперь можем рассмотреть. Коробку уберем? Привет. Привет. Как тебе дела? Хорошо, я к вам спешила в гости. Мне так хотелось к вам, вашу семью. А что, я вижу Шопкинс. Хорошо, можно я посмотрю? Да. Давай. Вот. И эту малышку зовут Сладкоежка. Она такая классная, такая веселенькая. У нее мягенькие ручки. Милаш, попробуй, какие у нее мягенькие ручки. Милашенька, попробуй. Ой, какие клевые. А ну попробуй, они крутятся, ручки? Да, куча. Классно. У нее очень клевые тапочки. Попробуй, у нее снимаются туфельки? Могу. А ну попробуй. Давай их уберем, лупсиков наших. Тут у нас всех много очень на столе. Так, ну что? Ты пробуешь? Ага. Она сидит. Стоит. У нее двигаются ножки. Двигается головка в разные стороны. Покрути головкой вот так, Милаш. Вот так, да. Вот как двигается головка. Мягенькие ручечки. И, по-моему, там туфельки должны сниматься. Попробуй, пожалуйста. Попробуй. Давай. Ну что? Потеряла. Что ты потеряла? Ты потеряла ее друга, да? Да. Дай посмотрю. Да. Хрюшка похожа на кексик. Видите, пятачок какой? Смешной. Как выглядит, как капкейк. Такого у нас еще не было. Ты решила ее раздеть? Да. Ну, давай посмотрим. Какая она смешная там в трусиках. Дай платьичко посмотрю. Какая красота. Просто неземная красота. Платьичко на липучке, поэтому очень легко его снимать. Дай посмотрю. У нее смешные трусики, даже булавочка здесь. Так. А сзади сердечко, как и у других лололупсиков. Где? У нее снимаются туфельки. На попе, смотри. Увидела желтенькая. А ну держи, я буду туфельки снимать. Крепко, двумя ручками держи. Двумя. Где у тебя вторая ручка? Вот так. А ну-ка. Они должны сниматься, потому что видите, как здесь оно сделано. Ножки мягенькие, гнутся. Видите? Очень такие приятненькие. Так, ну что же это такое? Снимаются тяжело. Что там? Давай, мы тебя поцелуем. Мы тебя поцеловали. Не расстраивайся. Вот мы сняли наконец-то тапочки ее. И вот у нее такие
Очень такие смешные мультяшные ножки. Она без тапочек не стоит. Вот, ой, падает. Поэтому ее нужно садить. Ой, зато она вот так хорошо она сидит. Она еще гулять. Да, мы сейчас дадим, маленькая. Ой, дадим ей другого она лобсика. Она еще маленькая гулять. Маленькая гулять. Малышка, хочешь поиграть с такой лололупсей? Нет. На. Какие они прикольные. Я их просто обожаю всех. Они очень смешные. А я обожаю. Обожаешь или нет? Нет. Вот смешные тапочки. Они розовые, похожи на зефиринки. Такие как воздушные. Ажурные носочки. И тут даже есть как будто зефиринка маленькая. Вот такие вот они смешные. А на стопе написано, на подошве, тоже нарисованы сердечки. Очень смешная куколка. Ну что, где мы место ей определим на нашей полочке? Давай найдем ей место. Мам, дай мне карусельку. Карусельку тебе да. дать? Сейчас я дам. Хорошо. Да. Сладкоежка, ты хочешь, чтобы мы тебе сделали бусики? Да, конечно, сделайте мне бусики, я буду очень-очень рада. Ну что, Дань, милаша, сделаем бусики? Да. Ну давай. Так, ты одевай свое платье, а сейчас мы проверим батарейки в нашей ювелирной мастерской и сделаем тебе бусики. Сейчас, малышка, сладкоежка, тебе Миланушка принесет расчесочку. Ты порасчесывай гриву красивую нашей лошадки, а мы в это время тебе сделаем красивые бусики. И пойдем гулять. Согласна? Ага. Согласна она? Мам, я взял печку. Так, мы тебя, наверное, посадим. Ну что, давай лошадку, пусть она занимается. Вот так. Не, мам, сейчас. Ну мы же будем бусики делать. На, поиграйся малышкой, а мы тебе будем делать бусики. Итак, для того, чтобы мы сделали для нашей сладкоежечки бусики, нам нужна ниточка. Поэтому мы берем ниточку вот отсюда с нашей катушечки. Угу. Сейчас ой. Возьмем. А почему ты бодала? Теперь что мы делаем? Мы теперь задеваем ее вот сюда. Так, я готова. Давай. Подожди, не готова, не готова, не готова. Готова. Поехали! Сладкоежка, скоро ты будешь с бусиками. Ага. Так, у нас идет дело. Мы делаем для нашей сладкоежки бусики. Так, милашка, мы уже все сделали. Чик. Так, вот у нас две ниточки. Теперь мы будем завязывать на сладкоежке наши бусики. Сладкоежечка, иди сюда. Так, Милашка куда-то ушла. Нет. Вот так, смотрите, как красиво. Маленькая. Так. Я до тебя. Топ-топ-топ. Сладкоежечка. Ты настоящая красотка. Ну что, девчонки, готовы гулять идти? Готовы гулять? Да. Давайте нашим зрителям скажем до свидания. До свидания. Всем пока. Пока. И подписывайтесь на канал Сестренка ТВ. Ребята, мы ждем от вас лайки. Лайки ждем. Всем пока. Пока. Сладкоежка тоже вам все машет ручкой, говорит пока, пока. Ну какая ты красотка сегодня, просто супер. Заходи. Сегодня идем по делам. Угу. Идем по делам, ребятки, сидим у милашки дел. Не в проворот. Ой, это не тот эскалатор, нам нужно обойти теперь. Милаша, это для малышей маленьких игрушечки. А для чего тебе такой этот компьютер? Это для маленьких совсем деток. Смотри, что здесь. Ой, кнопочки, видишь? Компьютер. СМСки, да? Музыка, время. Это вообще для малышей. Как Никита маленький наш.
да, наш друг Никита малюсенький. Малыш совсем.